Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня снова все на проекте Amazon Holy Play. Сегодня будет новое интересное видео, в котором я постараюсь открыть контейнеры. Сейчас время 9:50, через 10 минут заспавнятся контейнеры. Онлайн вроде бы не очень большой, поэтому я надеюсь, что нам никто мешать не будет открывать контейнеры. Потому что, пацаны, это будет мой первый раз. Деньги я буду брать из рубрики «Путь до бизнеса», у меня 47 миллионов, потому что других денег у меня нету. Пацаны, я надеюсь, что нам сегодня выпадет что-нибудь нормальное, и мы хотя бы не уйдем в большой минус и заработаем хотя бы немножко денег. Я там не претендую на Бугатти, на Теслу, хотя бы просто в минус не уйти будет уже для меня хорошо, потому что, пацаны, это очень классная тема, эти контейнеры, я очень сильно хочу их попробовать открыть, и сегодня, надеюсь, у нас все получится. Не забывайте вводить промокод, пишите MM, потом 7 пункт промокод, указать друга ютубера и пишите промокод Кирилл Гейм Капсом, за который вы получите 150 тысяч, мой промокод можно вводить на любом сервере Amazon Holy Play. Итак, пацаны, 10 минут остается. Деньги уже у меня на руках, это 47 миллионов. Я не знаю, надо сегодня попробовать хотя бы открыть два контейнера. Это будет уже очень круто. Как вы знаете, вышло обновление, и я немножко пропустил всю эту тему, всю эту движуху, потому что я был в отъезде, я еще и болел ковидом, поэтому сейчас я вернулся, буду стараться выпускать для вас частенько видосики, поэтому давайте постараемся на этом ролике набрать 200 лайков. Я вам буду очень сильно благодарен, потому что сегодня мне придется потратить очень много денег ради того, чтобы записать для вас контент, да и в принципе самому посмотреть, что из себя представляют контейнеры. Всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Короче, пацаны, осталось буквально немножко, 2 секунды, все, контейнеры появились. Ебать мой хуй, Санкт-Петербург, вот он. Давайте это попробуем. Бля, я хуею, пацаны, это реально жестко. 12 просто миллионов. Я просто в ахуе, пацаны. Ну вот, я здесь один стою, как бы, я 12 лямов поставил сразу, сходу. Я думаю, нас не будут перебивать. Залупа, говорят, может выпасть. Будет хуёво, если залупа выпадет. Ща, пацаны, блядь, пизда. Блядь, пизда, нах. А как продать вообще? 7 лямов. Ебать его в рот, нах. 7 лямов, блядь, хуйня ебаная. Я хуею, блядь. Пизда, пацаны, кулинан тупо выпал. Я в ахуе просто. Мне, блядь, ебаный скейт просто выпал. Ну что ж, дамы и господа, я приехал еще раз в порт, уже через 2 часа испытать свою удачу, потому что я ушел в минус, пацаны, на 6 миллионов, из-за того, что мне выпал скейт, и сегодня, точнее сейчас, уже будут новые контейнеры через 20 секунд, и я хочу попробовать отбить хотя бы свои деньги, я хочу именно выбить машину, при мне, как видели, пацан выбил кулинан просто за 13 миллионов, поэтому сейчас я постараюсь сделать все, чтобы выбить что-нибудь хорошее, здесь очень много конкуренции, все с кейсиками приехали, то есть людей очень много, и придется нормально так бабок башлять. Так, сейчас посмотрим контейнеры. Так, вот два контейнера заспамнилось. Так, Мурманс, да? Давайте Мурманс сразу 15 миллионов ставим. Хопа, 15 лямчиков сразу ставим на Мурманс. Я думаю, будет нормально. 15 лямов просто сходу я на Мурманс поставил. Так, конт. Команда, по-моему, конт. Так, что мы можем выбить? Тесла, Кибертрактор, это Марк 2, Ниссан Сильвия с 15 с винилом. Вольво, Хот-Рот, всякая херня, короче. Скейтборд, одежда там и так далее. То есть вот что мы можем выбить. Я 15 лямов ебал сразу просто сходу. Потому что хочется реально что-то хорошее выбить, пацаны. Я не знаю, получится или нет, но хочется реально что-то хорошее получить. Я поставил 15 миллионов и надеюсь, то, что нам повезет, реально. Я поставил 15 лямов просто, понимаете? Начальная цена 13,5. У меня остается 10 секунд, и я надеюсь, то, что нам выпадет что-то хорошее. Пожалуйста, я не хочу уйти обратно в минус, пацаны. Я вот не хочу просто этого делать. Так, Титан, да, выпал. Я понял, я понял. 10 миллионов 350. Давайте продать в порту. 15 лямов я еще раз ставлю. Попробуем что-то перебить его. Может быть, еще один контейнер откроем. Ладно, забирай за 15 аксессуар. Ну, в принципе, похуй. Я думаю, пусть выпадет, что выпадет. Все ради контента, пацаны. Все ради контента. Да, я в минус, возможно, ухожу, но я хочу попробовать выбить что-то нормальное. Я поставил 15 миллионов рублей. И надеюсь, что нам выпадет что-то нормальное. Да ты шо, ебать, я хуею. Пиздец. 10 миллионов. Так, я, наверное, продать. Да, пацаны, я в минусе, короче.
короче, нормально так. Я в минусе очень большом. Но зато мы открыли сегодня в этой серии, получается, 3 контейнера. И я в минусе на 16 миллионов примерно. Я в минусе примерно на 16 миллионов рублей, пацаны. Ну, ничего страшного, пацаны. Все ради вас, все ради контента. Я хотел открыть контейнеры, я это сделал. В итоге, как вы понимаете, я не успокоился. Меня просто трусит. Я хочу уже, наконец-то, выбить что-то годное. Потому что мне нужно купиться хотя бы немножко. Я в минусе на 15 миллионов, понимаете? В минусе на 15 миллионов рублей. И мне надо сейчас хотя бы немножко купиться, что-то хорошее выбить, потому что я хочу сделать реально пиздатый контент. Так, давайте посмотрим. Так, контейнеры появились. Вот, так, это что у нас? Сухум какой-то. А это у нас Мурманск, да? Сейчас посмотрим, будем ли мы ставить. Так, 13.5, да, Денис Валь поставил. Давайте пойдем к другому контейнеру, посмотрим, что здесь стоит вообще. Так, Новороссийск, получается, у нас стоит. И Санкт-Петербург. Блять, я не знаю, какой открывать из этих. Давайте попробуем тоже поставить, почему бы и нет. Давайте 12 миллионов поставим. Вот, я 12 миллионов поставил. Бля, лишь бы что-то нормально выпало, это пиздец. 13 миллионов перебили. 13 миллионов, там тоже 13 миллионов. Хорошо, 14 миллионов. Ставлю 14 миллионов сразу просто сходу. Так, 16 миллионов поставили на тот контейнер. Новороссийск я поставил 14 миллионов, короче. Надеюсь, то, что нам повезет. Пока что нас не перебили. Бля, мне кажется, здесь обратно тоже какая-то шляпа. И мне кажется, лучше бы я Санкт-Петербург открыл. Мне кажется, там было бы лучше. Бля, лишь бы там Rolls выпал, я не знаю, Tesla, еще какая-то машина. Ну, что-то нормальное хочется, чтобы выпало. 16 миллионов просто ебашу. Я не знаю, пацаны. Вроде хочется и туда пойти, и сюда пойти. 16 миллионов, пацаны. Я сейчас могу очень жестко проебаться, реально. Я 16 лямов поставил. Сейчас, может, Денис перебьет. Дениска перебил. Ладно, тогда Славона будем перебивать. Так, 16 миллионов. Ну а что делать, пацаны? Я не знаю, я хочу, блядь, что-то уже выбить нормальное. Пизда просто, пацаны. 17 лямов Денис Паль поставил. Ну, хорошо, давай с тобой поиграем. Я 18 лямов поставил, давай. Перебивай, ебать. Перебивай, 19 лямов, да? Это пизда, пацаны, просто. Давай, кто больше, ебать, перебьет? Кто перебьет больше? Сейчас перебьет, смотри, смотри, смотри. Ляд ты крыса, ебать. Ну чё, посмотрим, что ему выпадет. Я не хочу бабки тратить просто. Не, я ебал больше ставить, чем 22 миллиона, пацаны. Это пизда жестко. Я ни одного контейнера не открыл, пацаны. Ну, блядь, ставки ебанутые просто. 17, 22 миллиона. Да все, я перебивать не буду, ебать. Я ебал такие бабки тратить. Ой, блядь, ему одежда выпала за 20 лямов. Ой-ой-ой-ой-ой. Ему тупо одежда выпала. Я хуею. Хорошо, что я, блядь, отказался просто. Хорошо, что я до Талова не пошел. Я бы мог реально просто проиграть. Это реально жестко. 22 миллиона. Миллиона отдал за одежду. Я, пацаны, просто в шоке, реально. Хорошо, что он меня перебил, потому что я бы сейчас ушел в такой минус просто ебнутый. Короче, пацаны, уже вечерочек, почти 6 часов вечера, сейчас должны появиться контейнеры. Я поспал там, я в 3 часа заснул, вот, недавно только проснулся. И хочу еще попробовать открыть контейнеры. Посмотрим, как бы люди здесь есть, достаточно много людей. Но если такая не сильная борьба будет, то, может быть, я еще пару контейнеров открою. В прошлый раз я хотел контейнер открыть, но там пацан поставил 20 лямов, даже 22 миллиона, ему выпала там, по-моему, какая-то одежда. Короче, хуйня ему какая-то выпала. Так, вот контейнеры появились. Так, это на что? Сухум, так получается. А это на что? Так, это на Новороссийск. Вот его я бы и поставил. 13, давайте сходу ставим. 13 лямов сходу. Попробуем что-то выбить отсюда. Хорошо, давайте 14 поставим. Я надеюсь, что нам отсюда что-нибудь выпадет нормальное. И будет прям все по кайфу. Если нас, конечно, никто не перебьет. Ну, блин, 14 миллионов Новороссийск я поставил. Возможно, здесь выпадет какая-то пиздатая тачка. И будет реально заебись. Либо я сейчас просто бабки проебу. Уйду в минус, в принципе, как всегда. И все, и на этом все закончится. Поэтому будем ждать. Сейчас тупо минус бабки, пацаны, ебать. Я хуею, ебать. 8 миллионов. Ебать, я хуею просто. Продать нахуй его. Так, вон там еще есть контейнер какой-то. Давайте я поставлю 14 миллионов. Перебью. Хуй с ним уже, ебать. Проебу так проебу нахуй. Ебалось оно в рот просто. Я и так в минусе очень большом. И я проебал, короче, контейнер. Купил его за 14 миллионов. И там выпала хуйня, короче. Так, ну хорошо. Давайте 15 лямов. Мне похуй уже, пацаны. Я уже все деньги почти проебал. Я буду идти до Талова, короче. 15 лямов я поставил. Сейчас, может быть, кто-то больше поставит. Хуй его знает, короче. Санкт-Петербург и 15 миллионов я
поставил. Я уже в ебанутом просто минусе. У меня тупо сервак завис, ебать. Алло. Я не могу контейнер открыть, алло. 15 лямов, как бы это, да. Какой нахуй Mark 2, блядь? Какого хуя Mark 2, блядь, я забрал? Пизда, я ничего не нажимал, но само его забрало, нахуй. Я хуею, блядь. Пиздец, блядь. Mark 2, ебать, в призах у меня теперь. Я хуею. У меня до сих пор, блядь, контейнер не открылся, блядь. Но мне Mark 2, ебать, забрался сам по себе. Я хуею, блядь, охуенно. Не, ну в это, пацаны, какая-то хуйня, я считаю, потому что, блядь, а какого хуя она сама забралась? Я не хотел ее забирать. У меня просто машина сама в призы забралась. Давайте ее заберем, ебать. Пиздец, я в ебанутом просто минусе. Я в таком минусе просто ебну там, пацаны. Я сейчас вам скажу, сколько я в минусе на 30 миллионов примерно. Понимаете, это пиздец. Я в минусе на 30 миллионов. Ford Mark 2, ебать. Забрать. Окей, нахуй, забираем, блядь. По-любому еще и без винила, нахуй. Ну, конечно, блядь, обычный Mark 2, блядь. Без нихуя просто. Кусок говна ебаного просто, блядь. Который я купил за 15 миллионов, нахуй. Еще и целка 82. И нихуя нету вообще на нем, ебать. Тупо стоковый. Я в ахуе просто, пацаны. Я просто в ахуе. Не, пацаны, я считаю, что это полная залупа. Потому что я за целый день не ушел в плюс вообще. Просто залупня, блядь. Ну реально залупа просто. Я бы лучше в порт его продал, чем сейчас мне с ним ебаться и его продавать, блядь. За сколько я его продам стоковый? За 9, за 8 лямов. Ну реально залупа, пацаны. Я в очень большом минусе, и я очень сильно расстроен, реально. Я очень сильно расстроился. Потому что ну, это пизда просто. Ну, блядь, на ровном месте, блядь, проебать 30 лямов, понимаете? Ну это пиздец. Я просто в ахуе, реально, с этих контейнеров. Все, я больше их открывать не буду. Я не вижу смысла, потому что я ни разу не окупился. Я ни разу не ушел в плюс. Я еще скин продал тёлке. Я не знаю, может быть, не надо было его продавать, может быть, он стоит нормальных бабок. Но так, в итоге, я выбил вот эту залупу ебаную. Второе еще и стоковое, и целку сейчас еще придется чинить на ней, понимаете? Я просто в ахуе. По-другому я не могу ничего сказать. На этом я уже точно буду, пацан, заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. В этом видосе мы открыли дохуя контейнеров, я считаю. Реально очень много. Я ушел в очень большой минус, но все ради вас, все ради контента, поэтому возьмите, поставьте лайк и можете еще подписаться на канал. Всем пока-пока.